Воскресный день 14 мая для мусульман Ульяновского района стал знаменательным. Свои двери для верующих открыла новая мечеть в селе Ундары. В торжественном мероприятии принял участие председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. От имени правительства Ульяновской области, от себя лично, я от всей души поздравляю вас с этим замечательным событием. Уважаемый Дар Хаджи, уважаемые хазраты, уважаемые прихожане, уважаемые ундровцы, я думаю, что этот день приближает еще нас на один шаг ближе к всеобщему познанию духовности и целостности наших народов. Я благодарю всех тех, кто силами физическими, материальными, духовными поддерживал создание этой удивительной мечети. В регионе уделяется большое внимание развитию межнациональных отношений. И новая мечеть строилась сообща. В этом благом деле помогали как мусульмане, так и православные. В 2014 году инициативная группа мусульман обратилась в администрацию поселения и района с просьбой о выделении земли под строительство мечети. Уже 8 августа 2015 года в селе Ундары заложили первый камень, фундамент мечети. А в сентябре 2016 года состоялось торжественное поднятие минарета. Сегодня самые счастливые верующие люди на земле – это в России. На сегодняшний день в России строятся мечети, строятся храмы. На сегодняшний день никто не бомбит, никто не запрещает, не льются слезы людей от несчастья, от горя, от всего. Нет межнациональной, нет межконфессиональной розни. Альхамдулилля, сегодня все условия созданы. Строится медресе, открылись мактабы, вот открыли сегодня мечеть. Сегодня все есть. Это почему? Потому что мы на земле, на Руси всегда были с верой. Тысячу лет православие и ислам друг с другом вместе сосуществовали здесь. В Ульяновском районе действуют уже 3 мечети и 4 молельных комнаты. По словам главного имама Ахунда, и новая мечеть станет оплотом ислама, традиционного для мусульман Поволжья. Ведь сейчас как никогда важно заботиться о воспитании наших сограждан, не допускать распространения идеологии радикализма среди верующих. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.